от синего утеса произведено 2 выстрела. Зашла группа браконьеров. Значит, отрабатываем речку Кедровую. Человек. Самая большая угроза любому животному. Это настоящая катастрофа. Они должны выжить, чтобы и мы тоже смогли выжить. Наконец-то выдался выходной и хорошая погода, ветер в коем веке. Поэтому покатаемся сегодня на кайтсерфинге. Ветер хороший, 8-9 метров на порывах. Катаюсь недавно, учусь, но как бы времени мало. Вся жизнь в гонках. На работе гоняемся за браконьерами, а здесь гоняемся за ветром. Я люблю все, что связано с адреналином. На работе мы можем бегать, ходить, ездить на квадроциклах, сплавляться на лодках. В чем-то, в принципе, похоже с тем отдыхом, который я приветствую. Поступила информация, что в северную часть нацпарка проникли браконьеры. Свяжусь с оперативной группой, отправлю их. Держите меня в курсе. Ну вот, покатался, придется ехать на работу, собираюсь. Отсутствует система захода той или иной группы. Это усложняет работу инспекторов. Приходится затрачивать больше времени на обнаружение, на слежку. 32-му на связь. 2-й, 30-й на связи. Надо будет смещаться на северный участок, там зашла группа. Понял. В зависимости от времени года идет в основном охота. Там охотники, там с оружием. Батареи на рацию запасные. У меня есть. Да, заряженные даже. Группа за Надворовки находится, получается. Все местные как-то раз-раз заскочили друг за другом и поехали работать. Стой, дал тормозить я. Стой, глуши лайк. Все. Мотоциклисты у нас сейчас хитрые, как они пытаются сразу убежать мимо машины. Снимай вещмешок. Ездить нельзя здесь, да? Я смотрю, запрещенное, что у вас есть, что у вас нету. Они находились где-то 1,5 километра от территории национального парка. Ну, запрещенных вещей у них нету. Сергей, где наушники? Пошли на тропу, сотрудница новая приехала, пошли ознакомливать. Катя, привет, у нас браконьеры на территории, поэтому тебе сейчас нужно связаться с госинспекторами по радиостанции, пускай те, объезжая территорию, пробуют где-то по рации достать наушников и предупредят. Всем инспекторам, кто видел, где находятся наушники? Встреча с браконьерами, ну, она может быть непредсказуемая, то есть для девочек, да, непонятно, в каком они настроении, кто это такие вообще, то есть девчонки молодые сами по себе на территории одни, для них это опасность. Юль, сегодня твой первый выход, ты нас внимательно, пожалуйста, с Диной слушай, мы тебе будем много рассказывать, показывать, естественно, ты всего не запомнишь, но все равно надо привыкать потихонечку. Смотри, но самое главное, когда ты находишься в лесу,
надо с собой иметь средства защиты обязательно. Это вот фальшфера, это такая ракетница морская. Мало ли, медведь или тигр, специфика Приморского края, хищники крупные, достаточно опасные для человека. Если ты видишь зверя, никогда не используй фальшвеер без надобности, только когда зверь пытается тебя атаковать, либо ведет себя агрессивно. Новых людей очень трудно к себе заманить. Хотя здесь столько романтики, столько всего интересного. Но, конечно, это предрасположенность, если у человека есть, то его можно заинтересовать. Мы стараемся всех наших новичков, которых, к сожалению, не так много, стараемся обучить всему, что мы сами знаем. Ты дергаешь резко, со всей силы и от себя. Ни в коем случае не направляй фальшвеер ни в бок на своих соседей. Рука потому должна быть вытянута, что одна, да, что вторая. Да, потому что до 3 метра огонь. То есть ты понимаешь, что и если ты вот так вот смотришь или на соседа на своего направляешь, угу, то могут быть ожоги достаточно серьезные. Я, в принципе, всю жизнь свою прожила в городе, и для меня непривычно долгое время находиться в лесу. Не знала о том, что мне придется выходить на территорию и оставаться в заповеднике. Вот, Юль, нам на эту вершину мы практически дошли. Вот сейчас заворачиваем место, посмотрим, где не сильно да, кусты. Да, кстати, недалеко Дот есть. У нас исторические места. В середине прошлого столетия здесь проходили русско-японские сражения. С тех пор на территории национального парка осталось много построек. Ведь после хасанских событий, когда наши дружественные соседи нас напали, стали эту территорию укреплять. Вот и у нас можно часто встретить такие доты. Подожди, так ноги устали. Нам еще далеко идти? Ну вот подъем, который мы тебе показывали, то есть... Ну здесь подъем невысокий, но он крут. А зачем мы туда идем? Во-первых, твоя задача сегодня посмотреть места, где живет леопард. Да? И, там был? Конечно, мы вот сейчас в местах, где вот именно живет леопард. А что мы будем делать, если там леопарда встретим? Знаешь, встретить леопарда, на самом деле, мечта, наверное, каждого из нас. Это великая удача, потому что леопард очень скрытное животное. И, как я уже сказала, да, он ото всех прячется. И это залог его успеха, выживаемости. Подъехали к фотоаппарату, фиксирующему движение. Вот он установлен. Сейчас, Гена, аккуратненько слазишь, привязываешь, спускаешь. Мы смотрим снимки. Так, сейчас подлезем на дерево, надо выложить все. Простее, там не найдешь. Кроме веревки, которую поднимать камеру. Нет, легко просто на деревья ловить. Обезьяны. Не составляет труд залезть на дерево, пробежаться за кем-нибудь. Фото и видео ловушки, которые устанавливаются на территории национального парка, их можно разбить на две категории. В научных целях, в вероятных местах появления леопарда. Вторая категория фото и видео ловушек – это помощь инспекторам. На деревья ставим, потому что, чтобы было сверху, люди-то идут, смотрят не наверх, а прямо перед собой. И так же на машине едешь, ты же не смотришь наверх, а прямо. Вот мы им и ставим так под уклоном, чтобы было на дорогу. Первый раз, когда поехал, мне тоже. Вот здесь камера стоит. И пока вон там на том дереве камера. Я вот так вот раз. Где, говорю, она стоит? Ну, не видно. Мы же на видео ее ставили. На видео ставил, да? Mm-hmm. Вот, мотоцикл пошел. Ну-ка, останавливаю. Сверху пошел вниз, да? Нет, наоборот, снизу вверх. Снизу вверху. 11:55 времени. Утром, да? Да. Что-то похож мне на этот мотоцикл, как в деревне. Сейчас... Тот же, который наверху, помнишь, стоял. Видишь, чуть-чуть надо на дорогу больше поворачивать ее. Да, шерпа. Шерпа, да. Шерпа била Бакаленко. Бакаленский. Фотоловушки недавно-то получили. Ну и попробовать решили, поставили фотографии. Кто был, кто не был. А то бывает, если засуха сильная, там ни следов не увидишь, ничего. Кто там ходил, кто ездил, не понять. А так камеру открываешь. Раз там вчера, сегодня кто-то был. Ну-ка, дальше смотри, следом еще есть какой-нибудь? Нет, может, еще следом есть? Леопард. А леопарды часто практически на всех фотоловушках попадают. Тут вот что по амби, что по грязной, и тигры, и леопарды есть.
Давайте быстрее, руки затекают, ноги затекают. Залез на дерево, снять фотоловушку, просмотреть фотографии. Ну, смотри, предпоследний день, когда. Два мотоцикла сверху спускаются. Пошли, Саня, быстрее. Вот уже 4 часа нет связи с научниками, это очень плохо. Если в течение 2 часов они не появятся на связь, придется отправлять госинспекторов на поиски. Девчонки, выходили на связь? Да вот один надо заняться не могу. Да, и Алена не отвечает. У нас 280 тысяч гектар. Одно известно, что девчонки ушли пешком. Могли пройти более 20-30 километров. Будем надеяться, что у них работает радиостанция. 4-й, 7-й, 2-му на связь. 4-й, 4-й, 7-й, 2-му на связь. Катя, пробую связаться с Салмановой. Как только выйдет на связь, меня проинформируй. Девочки, подождите, остановитесь. Давайте вот так пройдем. Здесь у нас пещерка, куда часто леопард заходит с краешку. Тоже пещера. Приостановитесь здесь. Юль, всегда надо с пещерами аккуратнее. Там может быть животное, поэтому подходим аккуратненько. Фальшвейер держи на готове, мало ли. Сейчас подойду, посмотрю. Ну, похоже, пусто. В пещерах круглый год сохраняется примерно одна и та же температура, поэтому животные, в том числе и леопарды, используют пещеры зимой, чтобы согреться, летом для охлаждения. То есть в жаркое время суток они заходят, спят, отдыхают в пещерах. О, поскреб, девочки, тут был леопард. Да, дайте я посмотрю. Вот в этом месте, то есть задними ногами они делают поскреб, ну, как кошки гребут, когда в туалет ходят, и оставляют мочевую метку. Когда ты видишь след на субстрате, особенно поскреб, потому что там часто запах остается. То есть и ты понимаешь, что это уже живая жизнь. Что вот этот леопард был вот за час до тебя вот здесь буквально. То есть вот он запах, и возможно он сидит где-то, на тебя смотрит, наблюдает. То есть это такие эмоции. А вот эти поскребы мы обязательно фиксируем всегда. То есть мы измеряем его и где-то в середине, ну, так визуально проводим серединку, мы меряем ширину. 7,5 вот так вот сантиметров в среднем. Значит, ну и лапа, вот эта пушистая часть, как раз вот где-то 10 получилось. Сейчас на фотоловушке увидим. Я уверена, что он там есть, и мы поймем, самец это был или нет. Леопард, леопард, леопард. Леопард. Вау! 29 июля. Я первый раз посмотрела кадры с леопардом и вообще его увидела. Ну, потому что так обычно только на картинках, здесь вживую. Ой, красавчик какой. Ой, мальчик. Мы его не встречали в течение 5 лет ни на одной из фотоловушек. Через 5 лет вдруг вот встречайте. Здравствуйте, я пришел. Проверяю, смотрим фотографии и слышим с дерева. Генка кричит: о, типа мотоциклы 2 штуки спускаются. Тут все бросаем, выскакиваем, полетели наперед, чтобы мотоциклисты не развернулись. Ну тут мы выбегаем уже, тут чуть-чуть пробежали, и они уже спускаются, а уже деваться некуда. Тут даже если разворачиваться, он начнет, схватил его, он упадет и все. Здравствуйте, Перепелицын фамилия моя, государственный инспектор. Вы находитесь на территории национального парка. Так что, ребята, ставим мотоциклы, показываем вещи. Когда заехали? Вчера. Сегодня утром. Все, доставай? Да-да, доставайте, показывайте, что у вас есть. Продовольствие собирай. Мне нужно. Котелочки показывайте. Так, что у нас с документами? Документы личности. Паспорт, водительское. Нет у нас. А как вы ездите? Значит, один за документами, а двое здесь. Деревенские заходят, да, у них вот безработица, так что если была бы работа, то проще было бы. Нам проще работать, а так они от безделья куда? В лес. Я буду до конца держать. Если ты не привезешь документы, значит, я их забираю, везу в Славянку.
И в любом случае составляю. И в Сославянке я ставлю. Я не поленюсь. Люди объясняют, что они были в вершине Грязной, отдыхали. Вот. Одного человека отправили за документами для составления административного протокола за въезд на территорию национального парка вне дорог общего пользования без специального разрешения. Ждем. Девочки, пора есть. Давайте прямо здесь сядем. Давно пора на самом деле. Боже мой, сил казалось на тот момент, что вообще нет. Ноги устали. Жутко, с непривычки ходить. Был склон, вертикальный склон. Невозможно было спокойно пройти. Хваталось за все, что попадалось. Под руки ветки, какие-то стволы. Вот. Боялась, что упаду вниз и разобью себе нос. Да, место не самое лучшее для еды, но поесть пора. Зато вид, смотрите, какой красивый. Сегодня на нашем меню закуски из морепродуктов. Кумари, рыба, хлеб и блинчики с джемом. Нож сейчас. Есть нож? Конечно. Ешься, как будто его. У меня нет, точно. Эх, придется с вами делиться. Чем? Всем. Ну, если мы собираемся на несколько дней, то, конечно, мы берем с собой, ну, не дамскую сумочку, либо это даже дамскую сумочку небольшого размера, конечно, рюкзак, в котором всегда есть такой, знаете, набор на экстренный случай, это обязательно. Сухое топливо, запас спичек и небольшой кусочек металла, как, ну, такая, что режущая. Какая рыба вкусная. Дина, ты уже поела? Да. Освяжись, пожалуйста, с ребятами, скажи, что мы видео леопарда сняли. Третья группа, прием. Не берет здесь. Здесь такое место. Юля, достань мой телефон, пожалуйста. Алло, Жень, здравствуй, это Лена Салманова. Мы проверили несколько ловушек и получили новое видео леопарда. Где вы находитесь сейчас? Ну, мы на самом деле сейчас находимся на границе заповедника. Угу. Смотрите аккуратно, зашли браконьеры на территорию, поэтому будьте внимательны. Ага, хорошо. Вы фотоловушки будете проверять? Посмотрите, если есть данные с людьми, то есть сразу ММС-кой сбрасывайте, хорошо? Тогда пойдем проверять. До связи. Все, буду ждать. Нашлись, слава богу. У Алены оказался другой номер сотового телефона. Что говорит? Опять появились следы группы браконьеров. Нас попросили проверить. Сейчас покажем Юле. Давайте еду уберем. План. А слово «браконьер» – это как нож по сердцу. Это большой негативный поток в душе сразу, поток негодования. Потому что на что бы не было направлено браконьерство на территории национального парка, вообще на юго-западе Приморского края, напрямую или косвенно, а все негативно сказывается на дальневосточном леопарде. Так, мы сейчас вот, мы здесь в этой части. Вот железная дорога, которая там. А следы обнаружены в северной части. Сегодня мы спустимся вниз. Нам нужно оказаться вот этой части заповедника, пройти по хребтам. А сколько по километру? Мне по карте кажется, что это очень много идти. Здесь на самом деле километров 5-6, но с перевалом, сама понимаешь, тут больше. Ну, то есть надо опять подниматься, да? Тут очень много. Вот видишь, вот гора, которая вот туманом закрыта. Километров 20-30 у нас получится, плюс надо будет по хребтам пройти. Ну все, тогда не будем терять время. Собираемся, идем. Разбивать лагерь? Да, давайте. Вы в Эльдуге были или по верхам? Да, здесь рядом. В Южнике? Ну, здесь вот, да? Да нет. Никого не встречали больше? Ни машин, ничего, да? Ну, лес пришли. Богатыми хотят стать. Да, а нету работы. Детей-то надо как-то кормить. Че, сейчас на 500 рублей, наверное, набрал жатвы? Ну. И 1005 штрафу. Вот привез, накормил. Деревенские мотоциклисты, которые тоже жены сидят дома, дети тоже живут плохо. Браконьеры, потому что, ну, а на что жить? У нас все, у нас совхоз был, военная часть танковая, одна, две было, все развалили вообще. Ну, ничего нету просто нигде. На будущее заход, заезд на территорию национального парка воспрещен. В рекреационную, хозяйственную зону, если хотите зайти для сбора дикоросов, для населения, значит, проедьте в поселок Барабаш, в контору нашу, напишите заявление на сбор дикоросов, вам выпишут пропуск.
Что ты отворачиваешься? Старший когда в школу идет? В этом году. Видишь, его одевать надо. Ты понимаешь, я переживаю больше, чем ты. Просто как вас остановить? Ничего ж не останется. Каждый так рассуждает, понимаешь или нет? Мне надо выпить, мне надо кусок мяса поесть. Ну, заведи себе корову. Браконьеры разные бывают. Деревенских, как бы, местных всех, ну, как бы, все равно и жалко, и как бы... Поблажки не делаешь. Всем своим друзьям я сразу сказал, что попадешься, виноват. Но будешь убегать, я буду ловить. Протокол в состоянии заплатить? Ну, займу где-нибудь. Сейчас, Юль, мы идем уже по заповеднику Кедровая Падь. Здесь постоянно проживают два леопарда. Это самка кедровка, наша самая знаменитая, да? И белолапый самец, лорд, вторая знаменитость. И заходит постоянно один тигр. Он как раз очень любит эту дорогу. В нашем сегодняшнем далеком походе на территории, где браконьеры, я очень рада, что не... Я одна с новичком, а что со мной рядом идет надежный, проверенный годами коллега Дина. Ой, вот смотрите, кто-то проходил. Вот видно, что отпечаток прям, пятка есть, пальцы. Ну, это вообще ничего не вижу. Леопард по размеру. Человеки. Самый страшный зверь, Юля. Их это и надо бояться. Тут песок можно. Хотя квадроцикл шел за животным, поэтому все следы уничтожил. Мы обнаружили след леопарда в некоторых местах по дороге, но след леопарда проходил до следа квадроцикла. То есть вполне возможно, что люди, незаконно пребывающие на территории, следовали за животным. Для нас это очень волнительно. Мы вот сейчас наверх приподнимемся, там сотовая связь появится, надо обязательно сообщить о следах квадроцикла. Алло. Алло, Жень, привет. Лена Салманова, да. Привет, Ален. Мы проверили этот участок и весь промежуток пути по северной части заповедника, который мы шли по дороге до подъема, был свежий след квадроцикла. Я отправлю оперативную группу Перепелицына, поэтому там встретите, если что, скоординируйте действия по связи. Центральный 30-му. На связи второй. Докладываю. Проверили район Грязный. Задержали двух мотоциклистов. Проверили. Запрещенных предметов оружия у них нет. Наши научники сообщили, что в районе Кедровой Пади видели следы квадроцикла. То есть необходимо выехать на место и проверить. Чем быстрее, тем лучше. Мы перебрасываем силы инспекторов по местам стоянки определить, где были. По выстрелам обнаружить место, опять же, где они находятся, и вот сокращать с ними расстояние и в итоге задержать этих людей.